Забрали гражданина! Помогите, люди! На что взяли гражданина? Не трогайте старых! Упакуйте себя лучше! Убедительная просьба перемещаться на Пионерскую площадь! Большинство заедет. Так что... Абсолютно на половине. И когда их обманывают на 13 миллионов голосов. Наше главное требование – отмена фальшивых выборов. Наше главное требование – немедленная отставка жулика Чурова, которую, кстати, президент Медведев волшебником назвал, как вы знаете. Наше требование – расследование преступной деятельности избирательной комиссии, регистрация оппозиционных партий, отмена цензуры, организация новых выборов. Thank you.